братик и сестричка могут с тобой поиграться, когда скучно, выручить, если это старшие. А если младшие, мы их можем выручить. Ну, я хочу себе братика и сестричку. Ну, они могут тебя поддержать в трудную минуту, чтобы тебе скучно не было. Он мне помогает делать уроки, если я не знаю, как решить там что-то. Чтобы тебя защищали, если ты их меньше. Ну, иногда обижает, а так нет. Братья и сестры ссорятся, потому что они у них могут какие-то разногласия. У каждого же человека свое мнение. К примеру, там по вкусу арбуза. Кому-то он кислый, а кому-то сладкий. Они могут помогать тебе Дальше я еще не придумала. И еще с ними можно делиться игрушками. Даже один может включить телек, это младший или старший, а другой может смотреть, это младший или старший тоже.